Разрешите нам в этой презентации представить акционерное общество ОК «ИПЕКС», производителя пластмассовых трубопроводных систем из полипропилена, известных на рынке под торговой маркой T3S System. Производство трубопроводных систем из полипропилена ППР имеет в нашей фирме долгую историю. Начало производства относится к 1992 году, тогда еще в исходной фирме «ИПЕКС». В 2009 году произошло слияние со словацким производителем «Аква», где производили системы ППР с 1994 года. Одновременно с этим компания изменила свое название с «ИПЕКС» на «ОК ИПЕКС АС». Главный офис общества ОК «ИПЕКС» находится в Праге, столице Чешской Республики. Производство и логическая деятельность расположены в других трех городах. Расположение офиса общества в Праге, вблизи исторического центра, очень важно для связи с центральными органами власти, банками и другими учреждениями в пользу управления контролем над компанией. Производство труб и цельнометаллических фасонных частей размещено в отреставрированном производственном комплексе в городе Гумпалец, основанного в 13 веке, который находится в самом центре Чешско-Моравской возвышенности, а на половине пути между Прагой и Брно. Производство специальных элементов и арматур расположено в городе Ладви, среди красивой природы, недалеко от Праги. Производство латунных элементов дочернего предприятия ФМП находится в городе Писак, городе с многочисленными историческими памятниками. Основным элементом для производства системы Т3С является полипропилен в форме гранулята. Этот гранулят в ходе производства расплавляют при температуре выше 200 градусов Цельсия. И из него при помощи эструдеров и литиевых машин образуются трубы и фитинги. Используются разноцветные грануляты. Например, клиенты в Центральной и Восточной Европе предпочитают серый цвет. Зеленый цвет клиенты на Ближнем и Дальнем Востоке. Поставщики гранулята – это самые известные фирмы из Европы. Например, шведско-финский концерн «Бореалис» или немецкий «Сабик». Наибольшее потребление гранулята требуется для производства труб на экструзивных линиях длиной несколько десятков метров. Поставщики современных линий – это самые известные фирмы из Западной Европы, как, например, австрийский производитель «Краус Мафей» или итальянский «Текноматик». Само собой разумеется, что все линии контролируются компьютером. Производство фасонных частей фитингов разделено на полноавтоматизированное производство фитингов цельнопластиковых на многочисленных литиевых формах и производство арматур и фитингов с латунной резьбой, с ручной или роботизированной посадкой металлических заготовок. Все производственные станки оснащены вычислительным блоком, который не только управляет циклом литья, но и сохраняет все данные, касающиеся производства. Важной частью производственной системы Т3С являются фитинги, в которые запрессованы металлические детали. Эти детали выпускает дочернее предприятие ФМП при помощи автоматических машин CNC и поставляет их уже более 20 лет. Дизайн продуктов для системы Т3С уникальный, разработанный нашим обществом вместе с Пражским техническим университетом на основе современных немецких технологий, фрезерования и во многих случаях защищен патентами. На стройке продукцию соединяет в целый трубопровод. Примеры основных элементов вы теперь видите на экране. Трубопроводную систему Т3С можно применить для распределения питьевой холодной воды, горячей воды, отопления и для транспортировки различных жидких и сыпучих веществ и субстанций. Всю продукцию до момента использования на стройке необходимо защищать от неблагоприятных влияний окружающей среды соответствующей упаковкой. Трубы упаковывают полиэтиленовую пленку, и для каждого типа труб предназначена своя упаковка. Фитинги пакуют автоматическая упаковочная линия в прозрачные пакеты, которые затем хранятся в картонных коробках. Каждый пакет обозначен идентификационной этикеткой. Для контроля качества в процессе производства и выпуска готовой продукции к продаже установлены процессы несколькократного контроля, включая испытания в нашей лаборатории.
Все виды продукции, конечно, контролируются в независимых лабораториях практически во всех странах, куда продукт экспортируется. Доказательством успешного завершения тестов в независимых аккредитованных учреждениях являются выданные сертификаты в отдельных странах. Более чем 20-летняя традиция производства систем PPR скрывает в себе не только большой опыт, но и является также большим обязательством для будущего. Продукты должны развиваться в соответствии с возникновением новых материалов и соответствовать новым потребностям клиентов. Поэтому мы подготовили для наших клиентов две интересные новости. Первый из них является дизайн латунных вставок для предотвращения проворота в теле пластиковых фасонных частей при монтаже на металлические части трубопровода. Вторая новинка – это совсем новые четырехслойные трубы из материала, называемого PPRCT, которые предназначены специально для отопления многоэтажных домов и коттеджей. С постоянно увеличивающейся продажей одновременно увеличивается и производственная мощность. Это влечет за собой необходимость расширения поддержки клиентов в большом количестве стран, где общение, естественно, происходит на многих языках. Сейчас остается только поблагодарить вас за внимание, которое вы уделили нашей презентации, и попрощаться с вами. Если вы заинтересованы в получении информации о нашей компании или системе T3S и хотели бы общаться с нами, пожалуйста, используйте следующие контакты.